не обманешь. Организм нам так прямо и говорит. Беги отсюда. Крыса, вот такая на крыса. Мы вчера видели крысу по дороге, перебирала такая. Просто идем и крыса. О, вот ты такая крыса. Это говорит, знаете о чем? А то практически чистый район. Крысы здесь здоровые, не больные. Да, живут долго, ничем не болеют. Бегают. Обратили внимание, что бежала она быстро. Значит, она в хорошей форме. У нее хорошая кормовая база. Крыс очень много. Очень много крыс. В городах с ними борются, расставляют ловушки. Где-то можно пройти, обратить внимание. Обязательно борются с... На территориях отелей обязательно ловушки расставляют. Противозмеиная обработка и противокрыс. Да. Змеи тоже есть. А они имеют их не едят, крыс? Не понял, не услышал. Кушают крыс они? А, крыс кушают, но не уличных. А, крысы есть как отдельный вид. А, бамбуковые. Я кандал, да? Вот, вот тех едят, те, которые в бамбуковом лесу живут. Тех ловят, едят. Хорошо. Китайцы едят все. Прямо, прямо все. Начиная там. Планируется, что ты. Смотри, сейчас тебя, по-моему, если выйдем в 10, у нас же с вами еще завтра посещение храма по дороге. Да. Но это все по дороге. Вау, он прямо на дороге расположен. Я думаю, что там минут 40, час, может быть, ну и дорога, то есть в целом дорога 4 часа займет. Я думаю, что к 2-3 часам приедет. Как раз к заселению приедет. А здесь есть слоны? Все. У нас в Украине такой вот цвет оробчика, не может. Сережа, здесь есть слоны? Да, слоны здесь есть. Они такие, как в Африке, или такие, как... Нет, они поменьше, поменьше. Это азиатские слоны. Индийские, да? Слоны, они самые крупные. Ну, тоже, мне кажется, поменьше. Какая разница? Они китайские, они китайские. Здесь есть китайские. В Тае слоны, они такие захоленные, залилейные. Здесь, конечно, они... Я не люблю, как китайцы относятся к животным. Пока, кстати. А потом коллеги едят их, да? Как собак. Китайцы все рассматривают какие-то. Да. Прикольно, да? Пальмочка, да? Просто... Роща такая пальмовая, молоденькая. Это что за козюли? Козочки какие-то. Внизу есть супермаркет, на минус прямо. Все, все поняли. Ну да, да, да. Сейчас, насколько я знаю, в Германии. Вот поэтому я и как бы противник китайского пива сейчас уже, потому что, ну, я думаю, что это все чистая синтетика. За гранью. Причем они не считают нужным, они прекрасно понимают, что они едут в другую страну. Все вот эти вот вариации в чужой монастырь, то есть у себя в стране, и какие-то вещи там, допустим, там не приемлют, да, ну, допустим, некрасиво, они считают, они обязательно будут, вот вы возьмете бутылку пива, пойдете по улице, обязательно будете ловить на себе взгляды таких, ну, постарше людей, такие осуждающие. Я тоже, в принципе, считаю, что это не совсем правильно, но лица Синьцзяна смотрят на Лугаев. Мне эти люди показались очень милыми по сравнению с китайцами. Китайское правительство там прям, ну, уйгуры там проживают, да, диаспора. Диаспора, в принципе, народ уйгуров. У них свое видение вопроса, они хотят автономии, и правительство, конечно же, ни в коем случае этого не пытается не допустить. Там очень, очень жесткие требования безопасности.
На моей памяти последний раз полицейский участок там вырезали года полтора назад. Вот как все эти случаи происходят. Ну все, давайте закончим все эти политические вопросы. Мы с вами приехали в зоопарк.